Короче, решил я записать одну песенку башкирскую. Она называется «Осяемя маме». Или татарская она. А, татарская, да, татарская, точнее сказать. Татарчика пела Сулейманова, Флюра, Флера, Флера. Вот так вот записано в интернете. Так что можете ее послушать. Ее постоянно крутили. В каком там году? Ну, пацаном я был там, мне лет 6 было. 78-й год, значит, 80-е года. Постоянно крутили по... Тогда были такие приемники. Открываешь раз там. И ее постоянно крутили. Постоянно делаю ошибки. Сейчас объясню почему. Потому что я, допустим, часа два назад увидел, вспомнил эту песню, решил поиграть. И за два часа, как бы не постоянно играю, но как бы вот избиваюсь. А проходит потом уже несколько дней. И эти песни, ну, другие, то есть песни я вообще играю уже без ошибок. Ну, могу продемонстрировать. Тут же «Титаник». Все равно с ошибкой сыграл. Ладно, бывает. Ну, короче, вот такая вот песенка есть. Очень хорошая, мелодичная.